На прилавке самарских магазинов и аптек начинают поступать в продажу маски и иные средства индивидуальной защиты. Причем по довольно демократичным ценам. С 1 мая в Самаре вводится масочный режим. Выходить из дома нужно будет только в масках. По-прежнему действует режим самоизоляции. И людям настоятельно не рекомендуют выходить из дома без необходимости. В каждом районе выстроена система информирования населения. Через лидеров ТОСов, депутатов и социальные сети людям напоминают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать. Что касается общества инвалидов и совета ветеранов, они же все равно имеют как бы территориальную принадлежность районную. Поэтому районы взяли вот эту историю всю на себя. Елена Лапушкина подчеркивает, все праздничные мероприятия 9 мая в Самаре пройдут без большого скопления людей. Ветеранов на церемонии возложения цветов не будет. Провести великий праздник в этом году городские власти призывают в узком семейном кругу. Я убеждена, что наши самые красивые мероприятия мы перенесем на чуть более поздний период времени, когда все успокоится, когда мы сможем собраться вместе и воочию поздравить наших ветеранов и порадоваться все вместе нашему замечательному, великому, такому гордому празднику. Несмотря на то, что массовых праздников не будет, Самару уже сейчас начали украшать. А 9 мая в небе над городом трудовой славы пролетит Ту-160. Закончится торжественный день фейерверком. Мария Левина, Максим Гусев. События.